Всем доброго дня! Сегодня мы побываем в Шымкентском театре оперы и балета, который разместился в бывшем Дворце культуры «Машиностроитель». И начнем мы с афиши. Новая опера, которую любители обязательно должны сходить послушать и посмотреть. Шымкентский городской театр оперы и балета – это одна из культурных достопримечательностей города. Весной 2007 года городские власти выдали постановление об открытии в городе Шымкент, тогда еще областного центра, театра оперы и балета. С тех пор именно 2007 год является годом рождения театра. В этом году ему исполняется 15 лет. Премьера и презентация третьего в республике театра оперы и балета состоялась 7 ноября 2008 года. Зал рассчитан на более чем 400 зрителей. Мы идем по театру, смотрим, какой он шикарный. Все сделано очень дорого, очень качественно, современно и достойно. А заодно прислушиваемся к звукам жизни театра. А во второй части ролика мы обязательно посетим премьеру опереты «Веселая вдова». Thank you.